Всем привет, с вами Владимир Куличенко, и сегодня у нас с вами на обзоре эффект Delay. Это Boss модель DD5. Это модель, которая выпускалась в 90-х, на данный момент она не выпускается. Этой модели очень много пользовалось гитаристов, она вот, наверное, такой эталон звука дилея в 90-х. И если мы слышим дилей наших любимых групп, то, скорее всего, это звучит либо DD3, либо DD5. DD5, конечно, уже намного более модифицирован по сравнению с DD3. Я напомню, что DD3 это также один из самых таких основных узнаваемых цифровых дилеев. Итак, давайте с вами посмотрим, что же у нас с вами есть на борту. Ну, я хочу сразу сказать, что у нас это примочка, повидавшая, так скажем, концерты. Вот. Но при этом она все еще играет. И это, наверное, одна из таких фишек компании Boss. Потому что мы что имеем? Мы имеем с вами металлический корпус. Мы имеем прорезиненную крышку нажатия, собственно, на педаль фирменную боссовскую. Ну, собственно, сама педаль, она выполнена в таком классическом в стиле Boss. Мы имеем с вами один вход сверху. Мы имеем с вами также здесь вход под педаль Tap Tempo. Это уже было новшество, потому что в DD3 этого не было. Мы с вами имеем два выхода уже. А второй выход они назвали Panning Out. Здесь маркером нарисованы, так скажем, подсказки, такие лайфхаки. А дальше переходим, собственно, по регуляторам. У нас левый регулятор – это уровень громкости эффекта. Если мы хотим, чтобы у нас эффект подмешивался равномерно к нашему чистому звуку, мы делаем по центру. Дальше у нас с вами регулятор feedback, регулятор time и регулятор мод, где мы, собственно, имеем с вами 11 режимов. К этому обзору я как-то не готовился в плане, что играть, какие-то прям уж углубиться в характеристики или прям углубиться в песни, в которых играет этот дилей. Нет, у меня потому что ограничено как-то по времени. Вот у меня была возможность сейчас сделать обзор на эту педаль, я делаю. И мне кажется, тем самым будут, наоборот, как-то очень искренние эмоции и такие свежие прям впечатления. Ну и, конечно, уже там при монтаже, да и вы в комментариях уже, естественно, меня дополните. 11 модов. Собственно, у нас здесь есть подсказки по модам. То есть 1.4 это будет у нас дилей, 5-й hold. Собственно, hold также у нас было реализовано в DD3. Дальше у нас появляется реверс. Дальше мод 7 это E/D. Не знаю, что это значит. Где-то всплывет, в общем, подсказка. И 8-11 это темпо. Ну что, давайте сами, собственно, попробуем поиграть, послушать. И начнем, конечно же, мы с первого режима. Дилей. Уникальность, в принципе, дилеев от компании Boss, вот этих, да, то, что мы с вами можем в реальном времени изменять параметр время, и тем самым у нас и меняется тембральность ноты. Это очень классная такая фишка. И, собственно, чем у нас отличаются вот эти дилеи, вот эти первые 4 режима? Они отличаются миллисекундами. Как вы можете видеть, что в этом режиме у нас очень короткое время. При условии, что мы делаем с вами практически на самом, ну, максимально я делал регуляторы. Итак, переходим дальше. Второй режим – дилей. Thank you.
третий режим. Delay. Время, да, вот заметно на одних и тех же параметрах, но время, получается, на задержке увеличивается. Дальше Delay Mod 4. Это очень такие четкие, классные цифровые повторы, которые никак не украшиваются. И очень, мне кажется, классно это все звучит. Как-то, вот, не знаю, в балансе, несмотря на то, что у нас нет никаких подсказок, по регуляторам все очень легко как-то вот выстраивается. И зная, в какой режим, какой тебе нужен дилей, очень можно классно все, собственно, регулировать и играть. Итак, hold. Режим Hold у нас был реализован в Dedo 3. Это, так скажем, лупер очень короткий, на 2 секунды. Идея заключается в том, чтобы мы создавали тональность и уже поверх нее могли играть. Ну, давайте попробую это, собственно, я реализовать. Собственно, такой вот hold, то есть у нас при этом пропадает сами дилей. Можно очень комбинировать, например, со вторым дилеем. Ну так, идем дальше. Это реверс. Реверс достаточно популярный эффект, который применяли еще с конца 60-х. Если его четко и правильно знать, куда применить, будет очень классный, классное соло, очень будет, не знаю, такой классный, запоминающийся какая-то музыкальная композиция. Thank you.
это, собственно, был режим реверс. Очень классно у нас меняется, да? И длительность ноты у нас меняется с вами. Собственно, сама нота. Мы можем с вами изменять повторы. Количество реверса. Это очень классно. Интересный очень режим. Итак, следующий, который очень так интересно зашифрован, это E дробь D. Получается, дилей идет с такой задержкой, как бы такой пределой. То есть я нажимаю, и только потом у меня уже образовывается дилей. Очень интересный такой эффект. Не знаю, не в каждой песне его можно как-то применить, но опять, наверное, для каких-то саундтреков, для каких-то вот именно таких очень, наверное, как-то узконаправленных, может быть, каких-то экспериментов подойдет. Итак, следующий наш режим – это режимы темпа 8-11. Собственно, переходим с вами в 8-й раздел. Сказать, чем режимы темп отличаются от режима дилей. Возможно, мы можем подключить педаль. В общем, эксперты, дополняйте, а я, если узнаю, то напишу. Итак, 9-й режим темпа. Так, сразу могу сказать, что они отличаются также временем задержки. Когда я меняю параметр DTime, то у меня его же не меняется нота. То есть нету изменения высоты. Интересно. Итак, 10-й режим. Время задержки становится меньше. Последний, 11-й режим.
Вот на что способна примочка Boss Digital Delay DD5. Звук 90-х, нулевых. Такой один из основных дилей, цифровых дилеев того периода. Дополняйте в комментариях, а я знаю, что вам есть что дополнить. Вот. Это, так скажем, было мое первое знакомство с этой примочкой. Мало что о ней знаю, все было в реальном времени, крутили, играли. Я остался очень доволен этой примочкой. Ну, собственно, мне очень она понравилась. Прикоснуться к тому времени. Все, с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения, всем пока, всем мира.